Меня спрашивают, как преодолеть страх провала. Ну, товарищи, во-первых, провалы неизбежны. Да? Первое, что нужно понять, что никогда такого ни у кого не было, чтобы не было провалов. Да? Провалы неизбежны. Вторая вещь, которую нужно понимать про провалы. Значит, если вы боитесь, то вы дальше входите в систему так называемых самореализуемых прогнозов. Да? То есть вы себя настраиваете на провал, и можете таким образом добиться, соответственно, этого провала, потому что ваш страх парализует, вы будете недостаточно креативны, эффективны, там, и так далее, начнете суетиться, где не нужно было суетиться, и так далее. Поэтому, на самом деле, думать про провалы – это безумие. Мы должны думать о достижении результата, о том, что мы получим в результате. И когда вы нацелены на результат, уже не до страха провала.